Ой, я и забыл, что здесь зарабатывают. Погоди-ка, ты говоришь о Керриган? Прошло 4 года, ты появляешься из ниоткуда. Времени мало, ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на волоске. Я тоже рад был тебя видеть. Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Что бы ни нашел Зератул, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он. Что ж, выбора нет. Ну что ж, всем большой привет, с вами, как всегда, я, и мы продолжаем. Что у нас есть интересного? Я так понимаю, протосский кристалл развился еще немножко. Журнал стартнул на запись 2204, кристалл все еще растет, оказывает ли он. Оказывается, он вытягивает энергию из корабля, из образовавшейся над ним сферы, куда же уходит эта энергия. Прячь кристалл от своего, но он чего доброго вышвырнет подозрительную штуковину за борт вместе со мной. Нашел в емкости несколько осколков кристалла. Странно, раньше их там не было, благодаря им я узнал о структуре чуть больше. Она закручивает энергию в воронку, причем делает это с неимоверной скоростью. Возможно, это и есть легендарная протосская технология вызова. Я многое узнал благодаря кристаллу, но мне кажется, что и он, в свою очередь, изучает меня. Посмотрим, что мы можем развить. И, как я уже говорил, я разовью орбитальные хранилища. Так. Компрессор производит успех на 25% быстрее. Ну, это, конечно, прикольно, но нет, мы потом просто поставим автоматическую добычу. Потому что быстро увеличить лимит нам нужнее. Так, что касаемо артефакта. Уже жалею, что притащил эти артефакты на корабль. Вы что-нибудь о них выяснили? Да, есть любопытное открытие. Артефакт Сксила отличается от остальных. Тем не менее, я думаю, что все они являются частями одного целого. То есть, вместе они станут еще мощнее? Видимо, да. Это только мое предположение, но похоже, артефакты притягиваются друг к другу. Между ними есть некий гармонический резонанс. Судя по точкам, в которых происходит транслинейное выравнивание, я могу предположить, что они притягиваются как магниты в поле определенной конфигурации. Ясно. Вы вот что. Пока ничего не выравниваете. По мне, они и так достаточно ровно висят. Это да. Такое лучше не выравнивать. Ладно, посмотрим, что Хэнсон нам скажет. Вижу, у нас новая находка. Это протосское устройство? Именно. На вашем месте я бы не стал в нем копаться. Это кайдаринский кристалл Ихан. Своего рода запоминающее устройство. Он позволяет испытать то же, что испытывал тот, чья память записана в кристалле. Подобный опыт может оказаться очень опасным. При этом в вас нет и тени страха. Вы удивительный человек, Джим Рейнер. Вы знаете о протосах и зергах больше, чем эксперты, пишущие статьи для журналов.
Ну, я СНФИК, они их вообще ни разу не видели. Опять на английском. Ай-яй-яй-яй-яй. А, ну, не знаю. Не знаю. Ладно, в арсенал. Теперь, когда у нас есть осадные танки, можно повеселиться по-взрослому. Да, ничто так не успокаивает, как рокот тяжелой артиллерии. Конечно, если она на нашей стороне. У новых танков улучшена броня и повышена огневая мощь в походном режиме. Главное, чтобы они также хорошо били по дальним целям. Остальное просто приятное дополнение. С танками и бункерами мы можем долго держать оборону. Ну, это да, это да. Итак, осадные танки. Осадный танк Круцио. Бронированная мобильная артиллерия. Оснащенный 90-миллиметровыми пушками, танк Круцио — это дорогостоящая модификация модели Радуга. Дальнобойность 180-миллиметровой осадной пушки увеличивается на 50%. Танк стреляет раскаленными вольфрамовыми снарядами. Среди солдат Доминиона бытует мнение, что артиллеристы Круцио чаще попадают по своим, чем по врагу. Может быть, именно поэтому во время побывок бравые танкисты всегда держатся вместе. Испытатель первой модели Круцио Вендел Славанс установил на тачку, как он называл свой танк, навороченную аудиосистему. Сержант Славанс пал смертью храбрых. Во время боя он не расслышал приказ к отступлению и попал в окружение. По консольке мы посмотрим, что у нас появилось. И здесь... Не знаю, меня все время просят прокачать, но такое. Такое. Снаряды вихрь. Так. Вот это мне определенно нужнее. Так, осадные танки наносят атакованным целям 40 дополнительного урона. Он по области. Нет. Вот это в осадных танках прям. Прям вообще надо. Так, кают-компания, естественно. О, со всеми можно пообщаться. Даже музыку взять. Что-то, блин, я аж растерялся. Как прошла встреча? Не понимаю, о чем ты. Еще как понимаешь, Джеймс Рейнер. На этом корабле был гость. Я чую его запах. Протос. Интересно. Чтобы тебе не почуялось, держи это при себе. Если еще раз сболтнешь лишнего, отправишься исследовать космос без скафандра. У нас на борту уже 3 артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? У заказчиков сейчас дел по горло. Зерги напали на их главную исследовательскую станцию на Тирадоре. Не думаю, что Мёбиусы выйдут на связь, пока не найдут планету поспокойнее. Ну, приехали. С вами Донни Вермиллион на канале UNN. В сегодняшнем выпуске. Вторжение зергов. Развитие событий. В условиях растущей угрозы Доминион твердо удерживает свои позиции. Производство военной техники на всех направлениях значительно возросло. Армия активно пополняется за счет системы исправительных учреждений. Отряды морской пехоты готовы вступить в бой. Зерги и не подозревают, какой сокрушительный удар их ждет. Донни, у нас есть сведения о том, когда война перейдет из оборонительной фазы в наступательную? Кейт, если я об этом скажу, я выдам секретную государственную информацию. Вы считаете, что зерги смотрят нашу передачу? Я не считаю, Кейт. Я знаю. Таковы новости к этому часу. С вами Кейт Локвелл на канале UNN. Конечно, смотрят. Че им еще смотреть-то? Ты только знаешь, к кому обратиться. Так, ладно. Мастер осады. У нас кто там появляется? А, осадные танки. Эпик, ребята. Вот и, кстати, можно купить будет. Они бы нам пригодились. Так, ладно. На мостик. Так.
Ты не поверишь. Я только что видел на корабле Зератула. Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Я видел его, Мэтт. Он был ранен и пытался от кого-то сбежать. И где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Угу, конечно, хочет. Но перед тем, как мы изучим кристалл памяти, у нас остался Белшир, Гавань, Вальгала. Меня просили, в принципе, пройти Белшир. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Ну, почему бы нет? Попробуем пройти. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что тирозин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделай. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Ну что ж. Выкладывай. Так. Надо разбросать людей. Сразу по точкам. Тут наши ребятки уже готовы. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Еще облегчит. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. Превосходно. КСМ готов. Так, думаю, вот так. Вооружен и опасен. Кому навешать? КСМ готов. Первый мы стырим. Еще реликвии процессов надо будет найти. Ну это ладно, этим мы займемся чуть попозже. КСМ готов. Пристройка завершена. КСМ почти добыл. И отлично. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Недостаточно минералов. Так. Отлично. Вот и первая канистра. Минералов. Кто она новенькая? Недостаточно минералов. Вот за что мне нравится это все. Ой, как нравится. Минералов. Так скажешь. Пока ребята строятся. КСМ готов. Здесь тоже ребятки построятся. Входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам.
Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора Тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Приказы будут! Вот. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с Тирозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно Тирозина. Точно, ладно, сэр. Первый час. Почему порушим. Будет сделано. Нет, нельзя. Не терять. Жду не дождусь. Все понятно. Что за спешка? Так, возвращаемся на базу, пусть они их чинят. Так, требуется дополнительное хранилище, да? Ну давай поговорим кому. Раз, два. Здесь нельзя строить. В принципе, 4. Даже 5. Да. Так, ребят, отправляем чинить. Недостаточно минералов. Так, вот здесь вот первый есть. Этот. Приказы будут. Лев на связи. Так, ты на тройке, ты на двойке. ЖСМ готов. Давай, удиви. Кому набирать в дороге? Превосходно. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь с Тирозином. Ага, вижу. Почему бы и нет? Давно бы так! Понятно! Бегом! Нет, я потерял его. Приказы будут! Окей, задай! Так. Кому наверх? Давай, удиви меня! Еще плюс один, замечательно. Понятно. Делаем такие мини-вылазки. Что за спешка? Ну хоть разомнуть. Как скажешь. Так. Лев на связи. Тут надо как-то раздолбать. Отлично. Отлично. Вот у нас по сути появляется вторая база. Так ее надо будет тоже оборонять. Кому навешать? Вас понял. Приказ пол. Вооружен и опасен. Так. Прочь с дороги! Я уже... Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с Тирозином. Давай, удиви меня! Кому навешать? Задавим! Лев на связи! Придется выходить. А кто на новенького? А, вот здесь можно пройти, да? Что за спешка? Связь налажена. Приказы будут? Выполняю! Превосходно! Так точно! Как скажешь! Вооружен. Так, они скоро его запечатают. Давно бы так! Лев на связи. Замечательно. Давай,
удиви меня! Так точно, сэр! Бегом! Нельзя такое им позволять. Будет сделано! Что стряслось? В принципе, вот этих ребят можно с собой водить, я думаю. Чего пугаешь? Есть! Эй! Отбой! Да. Ну да, конечно. Потом еще можно вот так вот сделать. Выкладывай. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Понятно. Так, еще походим, посмотрим, где у нас здесь артефакты, потому что я ни хрена не помню. ФСМ готов. Что за спешка? Собрать мне надо, чтобы у 3 целых артефакта. Недостаточно минералов. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Как скажешь. Иду. Требуется помощь. Круто! Все понятно. Режим готов. Давай, удиви меня. Отлично. Что за спешка? Окей. Режим готов. Успею, не успею, интересно. Брось дороги! Успел. Есть, сэр! Выполняю! И, кстати, нет такой четкой цели. Надерем им задницы! База атакована. С дороги! Я уже заждался. Что за спешка? Выполняю. Давай набьем две. Точняк! Блин, они сразу на базу напали. Вот сволочи-то. Кому навешать? Заставим их интеллектом. Слышите, вы крысы толовые. Так точно! Почему бы и не? Вот это было нежданно, негаданно. Веселили они меня, конечно. Улучшение завершено. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Джон, я опасен. Ну, попробуем оставшимися войсками. А? Ну да, в принципе, конечно. Сходить. Кому навешать? Окей. Давай, удиви меня. Конечно. Прочь с дороги. Еще бы! Луч! Так, ну, тут проще через Мариносов просто выходить. Так точно, в большей степени. Давай, удиви меня! Задавим их интеллектом! Что стряслось? Вооружен и опасен! Окей! Так, надо набирать снова армию. Недостаточно чтобы... минералов. Недостаточно минералов. Выкладывай. Совсем забыл, что я быстро сделал улучшение. А? Чего? Брось с дороги! Реус на связи. ТСМ готов. Ну, Голиаф, это такое на самом деле. Недостаточно минералов. Кто на новенького? Нет, Маринос, ты умрешь. Черт, жалко. Ладно, потерять одного Маринуса или... Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Все понятно. Или пару десятков кого-нибудь. Уж лучше пару Маринусов потерять. Опасен. Умри. Получай. Кому навес?
Тот момент, короче, когда медик сдерживает всех. Почему бы и нет? Эпик вин. Приказ получен. Кого подлатать? Брать с дороги! Приказы будут? Есть работенка. Так, а? Знаете, вот вы двое. Понял. Идите-ка сюда и... Да, да. В пути. Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь подвал, даря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Входящее сообщение. Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. Уже. Так точно! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь в Стиразино. Система. Приказы будут! Все понятно. Приказ вооружен и опасен. Так. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Большая часть канистр уже у нас. Выполняю! Высылайте подмогу! Еще бы! Там, я чувствую, сейчас на нашу базу пошли, да? Превосходно! Вооружен и опасен! Так точно! Бегу, марш! Будет сделан! Круто! Месторождение минералов выработано. Оп. Давай, удиви меня! Заставим их идти! Кто на новенького? База отоплена. Недостаточно минералов. Кому навешать? Давай, удиви меня! Ну, приказ, чуть-чуть продержаться хоть. До момента прихода наших войск. Кому навешать? Давай, удиви. Цегляв хреном потерял, ну ладно. Еще бы. Приступим. Брось с дороги. Все, нормуль. Живо. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь в Стиразино. Ну извините, тот я не могу никак. Сейчас, в данный момент. Улучшение завершено. Так. Ура! Недостаточно минералов. Бегу, марш! Вооружен и опасен. Конечно. Как скажешь. Я не успею. Приказ получен. Превосходно. Давай, удиви меня. Что за спешка? Я уже заждался. Ну, теперь вы можно спокойно. Эй! Бегу, мать! Будет задавим их интеллектом. Месторождение минералов выработано. Так, нам как раз еще три надо, да, получается? Кому навет? Требуется помощь. Калиаров на связи. Как скажешь. О, превосходно. Высылайте подмогу. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Убейте их всех! Давай, удиви меня! Как скажешь! Ну вот как-то пристройка так. Пристройка завершена.
принципе, я долго наши делал ГСМ только из-за того, что... База атакована. Месторождение минералов выработано. Отдали мы сейчас! А твои рейдеры шустрые парни. Осталась всего лишь одна канистра. Конечно, одна канистра осталась. Я уже дождался. Ну то все, последняя канистра доходит, и мы выиграли. Прочь с дороги! А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята, похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Ну что ж, всем спасибо, это было круто, классно, мне понравилось. Всем пока и удачи! Не дайте протусам уничтожить ни одного КСМ в задании «Зов джунглей» на сложности «Боец». Печально. Не дайте протусам запечатать ни один алтарь в задании «Зов джунглей» на сложности «Ветеран». Ну, я здесь не справился, ну ничего страшного, как-нибудь в следующий раз.